Привет всем. Hello everyone, this is Validol 94. Угу. In this видео я буду есть рыбу. Какую рыбу? Ты что, охренел и кушать, а? Я раньше чавкал, теперь ты? Три. Я охотник. Я бегун. В общем, это полный кайф 3 появился. Да. Будем пробовать. Первый раз, кстати. Угу. Еще не пробовали, так что. Угу. Сейчас будет весело, мне кажется. Угу. А полный кайф 4 есть, интересно? Угу. Опа. Лес калашом стоит. А почему я в аэропорту, если я бегун? Я точно бегун? Блять. По-моему, я охотник все-таки. Стоп, пойдите в ангар. Что? Вы на чем? Мы на истребителях. Настроенных игроков. Вы на чем? На истребителях. Охуительно. Понятно, в чем прикол. Все поняли, да? Я еще нет. Сейчас поймешь. Ты должен проникнуть на базу? Ну я не знаю, я должен попасть в ангар. Но это не самое главное. Самое главное немножко другое. Что ты едешь обратно, да? А что ты пьян? Нет, еще хуже. Увидите сейчас, короче. Я лечу прямо на сани. Прямо в том, на чем он едет. По-моему, проблем все-таки больше, чем то, что вы сейчас все представили. Он на катере. Что? Саня прав? Вы где? Я лечу над морем. Ты с помощью квадроцикла, что ли? Квадроцикл, в смысле? Я слышу звуки. Я не вижу вас. Что, вот он, наконец-то, он догнал. На чем он? На свете, что ли? Подожди, он летит. Подожди, он через... Да, он перемещается. На чем он? Сука! Да, он летит. Побивай ему. Нет! Саня, сбрось, он не прыгает с пулемета. Нет! Красавчик. Это, по-моему, нереальный. У меня есть машина еще, так что я думаю, второй вариант сейчас выиграю. Если машина, то да. Так что, ребят, это безвыигрышный вариант, по-моему. Я, учитывая, как я управляю самолетами и истребителями, для меня это кошачий корм. Очень, очень трудно управлять. Черепинь, молчи, пожалуйста, и машинку свою оставь при себе. Ой. Ты сказал слово машинка, у меня джойстик завибрировал. На машинке прям? Угу. Ну ты же его туда любишь, как туннель. Как туннель, да. Там новые миссии появляются. Пристань 400. Ставил. Груз 200, там пристань 400. Ай, какие цветные метки, метки. Находящиеся. А? Угу. Ага. А-а-а, идиот? Я тут сейчас одну фишку прочитал. На карте же, помнишь, друзья, обозначены синей этой рамкой, ну, вокруг. Угу. Оказывается, если член банды, то он цветом банды обозначается. А у нас цвет банды такой же, как и цвет, тоже синий. Угу. То есть, если бы у нас был цвет банды, ну, поэтому он сливается и... Угу. Так, ну да, конечно, охотники. Все, что ли, будем, бегуны? Пока. Вы меня не догоните сейчас, попарнём? Угу. Серьезно, говорю. Без проигрыша. Кстати, тебе, Саня. Да-да-да, на машине. Я уже вижу, как ты взрываешься. На машине, да? Да. А, там джип стоит, блять. Угу. Или не старый, но джип. Говёного цвета, да, вот это вот всё, тёмно-зелёный, ну да. С прицепчиком? Ещё и в дождь. Нет, спасибо, Чербень, такого мне не надо. А я же угнать могу, если чё, машину. Ой, бля, ребят. 10 километров? Да, на джипе на этом? Поэтому ему и дали самолёт, судя по всему. Убийственно. Пока, ребят. Грязь, миссии. Не, ну тут, конечно, погодка отличная. Мне это напоминает прям питерский стиль. Что? Mm-hmm. Ну, слипстрим? Да, слипстрим, мы на его стиле. Нет! Меня боты атакуют еще. Вы их наняли, что ли? Да. Тут, тут по дороге танк едет. Шутка. Их наши гости. Я шучу. Я на очень плохом длинном джипе, моё любимое, кстати. И, как назло, тут только бигфуты ездят и караваны. Поэтому лучшего варианта нет. The barrel, barrel. Я не знаю, где вы, я вас пока не слышу. Илья! Ну, а вас? Вы уже близко, что ли? Не поли, где я? Я вижу. Ребят, где они, а? Прям как это, Браво и Альфа. Да-да-да. И Альфа. Браво, да, мне надо ехать! Вы видел и снял? Сейчас он увидит, снимет. Давай поближе ко мне, поближе ко мне. Я не знаю, где вы. Мне а, он в другую сторону едет.
А вы сами где? Ну, сейчас увидите, смотри, держись рядом. Да, да. Какой спросил, пролетим до записи. А с какой стороны ты хочешь смотреть? Ой-ой, камни! Что? Сань. А вы где? Сарчик. И разлетелись в разные стороны. По-моему, готовы. Уезжи. Уезжи. Ты ежи. Бля! Ну что, жду. Там спортивная тачка была, бля. Быстрее. Как же я поменяю тачку, не пойду. По шоссе на этом. Ну да. Отличная история, ребят. Что там подбиваешь, краны какие-то? Поймал. А, я перепутал точки, блядь. За синей точкой охочешься. Ой, блядь! Ты идиот! Кто сейчас стрельнул по городским на встречке? Я. Матрица сейчас была. Они начали переворачиваться всех. Смотри на матрицу. Да. Нет. Ё-моё! По-моему, я не думаю, что они туда едут, ладно. Не больные, да? О, Щербин, красавчик, я снял. Отлично, все, мне жоп. Да, жоп. Неужели я первый раз выиграю за бегуна? Я даже не верю в свою честь. Пока. Не хочу рыбу, блин, вкусная лежит у меня. Баба что ли? Да, лежит у меня рыба ловит. Баб-рыба. Баб-рыба. Сука, почему я не могу машину поменять? Ты хочешь машину свою поменять? Да. Илья, давай, кабань его. Он сейчас меня подобьет с этого. Иди. Красавчик. И сам пизданулся. Я еще выпал из моего самолета, идиот. Ну тут счет, мне кажется, немножко поскучнее, чем прошлую часть. Нет? Давайте нормально. Последний разочек, пойдем туда защищать. Выживание? Угу. Полное выживание или. Угу. Чербин, две. Безумный конь. Выживание, свалка. Безумный бульон там он. Кто кто теперь? Я хочу за этих. Забегу, да? Да. Без проблем. Я на машине, ты на самолете. Угу. Кстати, да. Чебин, ты на машине со мной, может, поедешь? Не? I want to be a бегун, бегун, бегун. Me gusta. Me gusta sto. Me gusta la perdonia, me gusta sto. Me gusta la masas. Ну, 16-24-12. Поняли? Надо быть вешал. Два черных против одного. Белого. А ты белый? Светлого. Он белый в футболке, может. О, Щербин Илья. Я Щербин со мной. Вот, да. Красный. Для девочек опасный. Красный человек опасный. Значит, для девочек опасный красный который. Я буду стрелять по нему сейчас. Да, у нейтрального света действительно опасно. Очень поможет. Щербин, ну чё, как думаешь, есть шанс? 10 километров ехать, круто просто. Есть миллионы шансов. Что, скоро Саня облажается. Щербин, если увидишь какую-нибудь большую машину быструю. Небольшую маленькую. Быструю. Ну да, маленькую быструю. Юркую такой, как сучечка такая. Не, ну в фургоне, в смысле, на грузовике, ну в смысле, да. Ну, трактор. О, да, кстати, на тракторе. Мы на тракторе, Илья. Пока, Илья. Он точно не попадет нас. Блять. Стоп, там что стоит? А, она не сломана. О, щит, там кто-то скрикнул справа. Покажи ему флаг. Да какой нахуй райдер? Мне кажется, ли вот там сейчас бомбить будут нас. Мне кажется, там трактор очень быстро едет, судя по всему, что будет. Я хотел вот срезать Щербин. Я понял. Блять, вы долбанутые. Нет, мы долбанутые. Ну, на тракторе едете, не мы же. Ну что? А, еще и по сельской местности. Блять. Пока. Щербин, не раз... Да, Щербин, очень гениальный патрон. Я попадал. Гениальная трата патронов. Не, кстати, нету. В принципе, это возможно. Что, попасть и убить тебе? Ой. Да.
Блядь, бежим! Оп! Минус один. Я не смотрел в твою сторону, я ждал, что упадешь. Проехали! Давай, короче, выживание. Выживание. Сиська на сиське, писька на письке. 1000 баксов? Да вы что, стебете? Чё? А чё, у меня шляпа где? А чё тут сигареты? Зачем ты ешь сигареты? Зачем ты съел сигареты? Дурак, что ли? Ты съел сигарету? Чё, блин? Нету. Нету. Блин. Возвращаем. Сейчас разные комнаты раскинем. Ты съел сигарету? Я съел сигарету. Welcome to GTA Online. Чё? Консультация? Кто хочет научиться играть в GTA Online со мной, обращайтесь ко мне, 500 рублей, и я вам съем. It's want to be elation. Приглашение ещё недоступно, спрейс плюсус. Выживание, кто до него доедет? Первый доедет. Может, не создать? Стоп, гагатун проехал! Съел сигарету? Я гагатуна нашел, ребят, тайм-код напишите. Гагатун, стой! Гагатун! Стой, 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 гагатуна нашел. С вами? Мне гагатун фак показал. Я не знаю, с кем-то я. Булкин не у меня. Я гагатуна убил. А, гагатун волосы отрастил, он же черный. Сколько раз он принес слово гагатун? Я гагатуна грохнул, все, у нас нет конкурентов по ЛСП. Зашибись. Так, а, он не убирает. Стоп, год мод, что ли? О, все, вырубил. Очки ему. А, он в очках как раз был. Ну, пока готов. И даже возьму вот тачку. Выглядит. Готов. Выживание. Там щит такой. Да, там гроб такой. Ну, вообще-то щит. Но о, щит. Я тачку Гагатуна разбил. Что? Ё-моё, сколько нет. Сколько километров? А квадрат не нажать? Мы приклонимся к другому. Гипотенузу. Не, ну быстрее доедешь, это выживание, слышишь? Кто, почему? В городе или нет? Нет. Ладно, сейчас делаем по-другому. Ребят, вы пока смотрите, как я тачку Гагатуна разбиваю. Чтобы не жди. Был. Как ты делаешь? Почему у нас мусульманская музыка? А, вот если бы сейчас залетел, ребят, вы бы мне палец в нос засунули. Я бы тебе в жопу засунул. Ау! Оу! Ух, бля. Это машина, которая смогла. Я тачку Гатуна распердули. Ты видел? Ничего взорвалось там, помню. Ничего взорвалось. А почему в одной комнате? Я тебе скажу больше, она появилась и сразу взорвалась. Мне было бы, конечно, быстрее. Но... Ну куда ты? Ну так что, кто создает? Ну если ты быстрее доедешь до города, то ты. Если ты быстрее, если мы быстрее долетим, то мы. Я разбиваю свою тачку, я хлопаю как сучку. Нет, вы быстрее, я потому что. Ой, гагатуна... чёрт! Гагатуна тут бил. Режим наблюдения, фига. Чё? Какой режим наблюдения, чё? Если я, ну я как второй пилот. Второй пилот управляет камерой наблюдения. Да. Чего? У меня такое ночное видение сейчас. Вы на чем? Стоп, я могу его включать и на тебя смотреть. Вы на чем? На вертолете. Ковре? Ты сейчас можешь что я делаю? Вы сможете. Смотрите. Бля. Я пока побалуюсь. Так можно не следить за Булкиным, кстати. Каким Булкиным? Да. Может, видно для пилота, для этого уйдите на игроков на камеру, нажмите. О, боже мой. Что вы можете делать? Вы можете ставить на игроках метки, которые будут видны пилоту. Стой! Слежка. Какой-то смысл у тебя на вертолете, на котором нет оружия? На ковре. Вертолете. Значит, я не думал, что он будет такой быстрый. О, поезд идет. Сейчас это Топ Гир. Сами добираются на поезде, мы на вертолете. Кто быстрее? Угу. Пассажир. Поезд. Блять, не силиконе же. Силиконовая. Галина. Галина. Может подорвать это все? Мне нравится, когда... Смотрите, сколько расстояния до поезда, и когда я уже упираюсь от него. Отлично просто. А ты что, хотел, чтобы у тебя было все гладненько, как писька?
Вообще-то она не гладит. Я сам с собой разговариваю, сам с собой играю. Нормально? Все. Ага. Ага. I want your invite. И... Мы долетаем уже. Я немножко расхерачил тачку. Благодаря... Только не говори, что мы... А, нет. Слышь, Сань? Че? Или мы все-таки тут? Чего, блин? А, нет, это не завод. Чего, блин? Я думал, мы опять на заводе будем. У меня выживание всего одно. Так что выживание одно, вот именно. Бля, прям головой упал. Какой яд. Что, поезд бибикает? Бибикает. Бибикает, вы помните? Ну гудит. Разница-то. Ну гудит? Ну-ка гудит. Создать. Наконец-то, ребята, поняли, да? Бля, я хочу рыбку просто, понимаешь? Рыбку. Какое наглое, а? Борется до последнего, смотрите. Тормозить начал? Кинул. Поезда-то. Ничего-то не кинул, врет. Смотрите, ребят, врет же? Ну, кинул. Стоп, мне кажется, или сейчас будет мясо? Я же не умещусь сюда один. Ребят. Сань, быстрее, приконекся, пожалуйста. Ебанись! Да. Отлично просто. Джеральд, Симон, Слейд, выживание, отбор на рельс. О, у тебя, кстати, ранг хачок. Какой ранг хачок? У тебя. Ну, я приконекся. Рыба пахнет мочой, на вкус как рыба. Что? Угу. Кто сейчас кого там тема из форсажа закрыла? Да, Live in Tokyo, отлично просто. Live in Tokyo? Да, выживание. Ну, ну можно. Так это другое, вы слышите? Отбор на рельсы какое-то выживание. Оценок пока нет. Мы тобой на заводе. Ну, ребят, у тебя одна. Покрышка. Ну, что-то новенькое. Ох, сейчас, ребятки, давайте, за 10 волн. Если вы не будете, а я последний кусочек остался. Даже два. Даже три. Вы поняли, что он, да, чавкает, кушает вообще, шуршит, скребет по сусекам своим. Все, давайте. Давайте, мясо. Меня жра. На любимом попе? Угу. Давайте, Сань, только вместе держаться, чего? Я тут не был ни разу, не я знаю. Я тоже. Мне нужны патроны срочно. Не, я за броней. Я за патронами. Тут еще NPC ходит. Где шкериться будем? Где шкериться будем? Давайте сюда его. Смотрите, они еще сверху пойдут. Три, два, один. Че, куда, куда, куда? Давайте здесь вот. Слышите, тут. Или я не знаю. Это шрам на любимой попе. Волны идут. Да ладно, правда? По-моему, это не очень удачное место. Да, я-я-я-я, вон-то спалнился. Ты же умираешь сразу навсегда, да? Нет. Да. Ну на один. Если да, если ты. Если друг твой вытащит, то ты возродишься. О, тут копы другие, нормальные. Там уже нормальные. Ай-яй-яй. Если вы сейчас сдохнете. Я положил всех. Давайте другое место искать, а? Давайте. Я броню попадаю. Это шрам на любимой попе. Тут мясо попало, я думал, это вы тут ходите. Отлично за. Чё, тут чувак крикнул, go fuck yourself. Go fuck yourself! Блин, надо найти где-нибудь место, чтобы... Блядь! Да, это очень хреновое место. Йоу! Пережита волна один. Пережита, пережита. 24 убийства. Йоу! Я вас сделал. Да иди ты. Давайте искать место быстрее. Калаш, мой. Я на крышу пошел. Конечно, Щербин на калаш. Нет, нельзя на крышу. Бронежилет мой, бронежилет мой, бронежилет я мой. Я уже взял. У меня есть. Нет, на крышу я нельзя. Хотя, может, я допрыгну? Не надо на крышу. Надо на крышу, они выносят легко вообще. Слушайте, я их тоже легко выношу с крыши. Куда идем-то? Я не могу запрыгнуть на крышу. Калаш мой. Вы что, издеваетесь? Реально наверх полезли? Щербин, иди сюда. Да я не полезу на лес. Вот тут наверх. Давай, да, реально. Слышь, вот тут нормальная тема. Бля, но они сзади будут. От сзади обходят уже. Ну вот Червин пускай, или я пускай сзади смотрит. Я двоих бусанул. Я уже четверых или пятерых. К вам идут. Не идут. Бля, калаш чем? Ну конечно. А, у него же калаш. Go fuck yourself. По-моему, здесь проще ходить, короче. А, обходят!
Фига тут. Кажется, мы тут не очень. Кажется, я... А, у меня... Что? У меня это оружие? Почему? Я же пистолет вроде брал. А ты когда выбираешь там... Ну ладно. Да вылезли! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Всё? Всё. Сапчик. Йо! И кто больше убил? Волну. И... Йо-хоу! Братишка, ну ты даёшь. Бронежилет. О, калаш, калаш, калаш. Бронежилет, пулемет. Пулемет. О, бронежилет там мой. Чё, Илья, ты наверху будешь? Это шрам на любимой попе. Да. И хорошая точка, я могу обе точки полить, и я успеваю убить их до того, как они до вас дойду. Чтоб вам так, легче. Пожалуй, я возьму уже. Они с трех мест идут обычно. Справа от вас, впереди. Ай-яй-яй-яй, бедут. Бедут? Они отсюда идут? Я очень в жопе один тут, мне кажется, пиздец будет, если что. Иди ко мне, брат. Минус два. Они у вас там лезут, блядь, с этой хуйни. Минус один, минус два, минус три. Минус четыре. Минус пять. Минус шесть, семь. Блядь, нихуя их много. Минус. Их там охуеть. Где? Нет, блядь, везде. Я никого не вижу. Едут машины, я их сейчас буду встречать, походу, один. Они с моей прям стороны валят, слышите? За меня появился, ах ты. Ой, бля! Go fuck yourself. Да, машина. Помогите! Чего сейчас духу, да? Не, сейчас тоже духу. Издеваетесь, что? Секрет, так тебе скажу. Не, я же все, я же жив, все нормально. А вот я не особо. А вот я не особо. А я жив. Понятно. Ой, ладно. Сань, таскиваем. Я осталось тут. Все, последний стол. Сеть. Пойду добью его. Давай. Красавчик. Кто убил больше, мне кажется, Илья все равно. Я, наверное, вообще мало мало убил. Ну да. Вы не палитесь, короче. Здорово, братан. С возвращением, детка. А, плат. С возвращением в город, детка. Эй, бич. 30 патронов, отлично, дай-ка мне. Давайте я с вами шикантую еще. Давай. О, лучшая винтовка. Сложно стало там ходить. Ну чё? РПГ. Червень, со мной. Илья со мной? Илья. Я тут. Со мной? Не Илья, знаю. Подписываться. Иди сюда. Хватит подписываться? На канал. Подписчик. Давайте тут стоять, в одной стороне, они будут сейчас... Сейчас я бегу к вам. Привет. Здорово. Слезьте. Вон они бегут уже. Минус. Я, кстати, тут мускул кого. Минус. Минус. Разные. Минус, минус, пятерых уже. Вон где постоянно целится. Че, никого нет? Машина приехала или старая стоит? Старая стоит. Старая. Откуда, блядь? А, ну молодцы. Че там? Они там заспавнились, блядь, прям передо мной ночью не уходим. Блядь. Минус один. Куда он целится наверх? Тот вот забор бы снести на самом деле, было бы замечательно. Пойду встречать их. Минус. Минус. Да, мне кажется, их надо встречать. Они вот тут вот. Вертолет летит. Что делать? Базард! А, я буду сбивать его из этого. Как обычно. Тяжелый пулемет. Да куда ты подлежал? Ух, а, я умру сейчас! Потащим. Кто взорвал вертолет? Нет, я вертолет не взорвал, я. Так, вертушек я. Вертолет вынесет, блядь. Да куда ты спрятался-то? Как мне бесит этот джойстик, а? Вертолет, блядь, вынесет нахуй. Я пытаюсь. Нет! Все, где вертолет? Вертолет, вот он. Убейте оставшегося врага, это вертолет. Вертолет, у меня 0 хп. Сейчас я стреляю под ним. Не, до хрена, сейчас вынесу. Птичка, птичка. Червень, давай сейчас. У меня хп. Все, вынес одного. Красавчик. Все, нормально. По звуку. Раз, идет? Идешь что ли? Прикуп тайм-код, алло. А, и обнимаемся теперь, да? Червень, красавчик. Так, патрончики. Так, бронежилет мой. Мой бронежилет. О, бронежилет. Твой дальний возьми. Так, дробаш не нахуй не нужен. Это шрам на любимой попе. Шиная винтовка. Так, не нужен. Че, это винтовка круче, чем калаш, что? Да хуй знает. Вообще, блядь, да. Нормально? Да, 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 мне тоже понравилось. Красавчик.
Идут. Вон идут сколько. Ой, ебать, их там. Фига он тут. Пул с калаша. Интересно, не тенешь платить. А мне пока жалко тратить патрон. Не, я спокойно стреляю, нормально. А я думал, он тут уже. Блядь, мне ничего стреляешь. Минус. Там едет тут. Шина. Шина? Спины идут. Я прикрываю. Я стреляю. Сзади. Да ж тут уже есть. Блядь. Ай, меня обходят. Куда ж ты прёшь-то? Да ладно. Они там спавнится реально. Серьезно? У меня поезд с двух сторон. Чё, Вин, держись. Сдохни, чувак. А он и сдохни. Сань, спрячься куда-нибудь. Я спрячусь. Такой целишься, а? Давай, красавчик. Не обходит. Ого, их там. Ай, блядь. Санёк. Не чувствую, мы просрали этот раунд. Давай, Санёк. Сюда, наверное. Вот, убью джойстик. Не джойстик, это GTA. Откуда пойдут? Да не вон. Сзади, вот сзади. Сзади там идут. По путям обходят. Дороги по путям, да. Слева тебя прямо сейчас. За ящиком. Там еще машины приехали. Блин. Там сзади около тебя прямо стоят. Да я вижу. Блин, а он здесь может из дробаша в упор. Я машина приехала. Он обходит тебя, Сань. Сзади! Еще один идет. Давай, красавчик. Бегу туда лучше. Пока. Тихо. Тут безопасно. Да нифига тут. Ух, сейчас, погодите. Ух, нифига их там. Ебать, они там прут, реально, да. Мне надо бы какое-нибудь место засесть, может тут. Там что-то желтым горит. Идите к месту разборки. Что? Ты вышел, походу, за зону. Быстрее, за... Тихо. Слева. Сзади прямо. А! Сань, сзади тебя обходит. Да вижу я! Сейчас убьют. Не убьют. Ох. Сань, сзади тебя стреляет прямо. Да вижу я. Что я могу сделать, если он... Да ладно. А... Ты вышел за зону, походу. А что я мог сделать? А! Я только что пришел. Не про... Ой, блин. Ну вы пидорасы. Чё, ещё? Да. Последний раз. Последний класс. Ну, почему я... Почему я выкинул из дела? Ну что ты вышел, похоже, за зону. Ну тогда ладно. Я думаю, на этом хватит. Поэтому серия закончена. Прощайте. Всем спасибо за просмотр. Не поминай лихом, подписулькин.